Эй, добро пожаловать на канал Зиграф, с вами я, Горкадор. Сегодня мы хотели показать классный сервер для Minecraft Pocket Edition 1.0.5, также 1.0.6. Этот сервер для выживания очень комфортен, так что, ребят, зайдите обязательно, постройте дом. Сейчас я покажу, что за сервер, нажимаете «Играть», нажимаете «Друзья», «Добавить», пишите адрес. freezymine.ru. Вот такой вот адрес, очень легкий, freezymine.ru. Порт меняйте на 123.28. Имя абсолютно любое, к примеру, топ. Сохранить. У меня уже добавлен, так что я захожу. Так, ждем. Ждем. И вот, мы вошли в сервер. Получается, вот, пишет регистр слэш регистр. Слэш регистр. Я замажу свой пароль. Все. Написали свой пароль. Слэш регистр. Написали свой пароль. И все, вы зареганы. Окей. Давайте покажу, что за серф. Окей, вот смотрите, вот отсюда начнем. Шоп. Купить алмазы. 32 алмазов за 1000 долларов. Ничего себе. В принципе, нормальная цена. 32 алмаза. Офигенно, окей. Двигаемся дальше. Что у нас есть? Смотрите. Так, какая-то табличка. Лучшие убийцы с сервера. Зукерман, Конор Кронер, Фризик, Адор, Адор 1. О, Адор 1, даже я тут есть. Ничего себе, окей, понял. Так, двигаемся дальше. Тут будет автошахта, да, насколько я понял. Ну, это не точно, ребят. Не знаю насчет этого, но мне кажется, тут будет автошахта. Так, ладно, окей. Двигаемся дальше. Что тут? Да, тут сундучок, да, чисто. Да, тут сундук, окей, двигаемся дальше. Конечно же, паркур. Куда же без паркура? Вообще, обожаю паркуры. Классно, когда его проходишь, такой кайф ловишь, когда ты прошел паркур, да? На самом деле, круто. Окей, двигаемся дальше. Чарование, ребят, вот тут вот чарование. Окей, давайте попьем кофе. Вау, круто. Все, я попил кофе, отлично. Нам бафы заделались, вот сверху, вот видите, справа. Так, окей, двигаемся дальше. Такое-то здание, это пустое здание, да, насколько я понял? Да, это пустое здание. Ну, опять же, повторюсь, ребят, это сервер для выживания. Также тут есть посмотреть список работ. Давайте посмотрим. Джоб. Так. Джоб retirial list time. Ага, понятно. Получить кит старт. Давайте получим кит старт. Кит старт. Старт. Вот он какой кит у нас, смотрите, прикольный, классный. Окей. Та же помощь по доступным командам, помощь по приватам, посмотреть свой баланс. Ну вот, вся информация, можете зайти, поиграть, ребят, обязательно. Также, ребят, самое главное, смотрите. Вот и все закончил, да, обзор, в принципе, да, вот. Ну, классно, красиво. Красиво сделано, также паркур очень крутой. Классно, мне нравится. Очень крутой серф. Зайдите обязательно, поиграйте. Ну окей, давайте двигаемся дальше. Так. Тут что? А тут выживание, удачно провести время. Спасибо большое. Двигаемся. Двигаемся дальше. Так. Что же тут есть? Интересно, ребят. Что ж тут есть? Вот мне самому интересно, да? Может, какие-то дома есть или нет? Может, есть дома? Серьезно. О, ничего себе. Так. А ну-ка. Кого же это дом? Блин. Да вроде бы я тут один. Ну-ка, давайте посмотрим. Вау, какой-то домик стоит. Так. Так. Ух ты ж. Дом Адора? Делай скрин. Отправь в ВК. Ладно, шучу, ребят, это мой дом, ребят. Вы что, сами удивились, да? Окей, ладно, это мой дом, ребят. Смотрите, я его тут сделал специально. Смотрите, как я его обделал. Тут шерсть, мне дали шерсть с кит-старта, вот. Я поставил сюда шерсть снизу, да, чтобы красиво было. Также кровать поставил и верстак. Ребят, вы зайдите на серф. Обязательно сделайте скрин. Обязательно сделайте скрин этого дома. Отправьте мне в ВК. Обязательно зайдите, скрин. И в ВК отправляйте мне. Будет очень круто. Также, ребята, стройте рядом дома. Вот давайте сейчас я вот так вот поставлю. Тут шерсть, да?
Вот, к примеру, смотрите, вот эта часть будет моя, да, получается, смотрите, вот эта часть моя, я закрою ее типа как забор, да, получается, вот. Вот так вот закрою. Вы обязательно тоже зайдите, делайте дома. Это будет, короче, такой вот мини-заборчик, специально вот вокруг моего дома. Чтобы было очень круто, да? Чтобы было понятно, то, что это моя территория, да? Окей. Вот, такой вот заборчик будет. На самом деле будет это моим домом. Все, вот, смотрите, такой вот забор из шерсти. Вы обязательно построите дом рядом с моим домиком маленьким. Не знаю, вот сюда можете поставить, да? Ух, какая гроза. Сюда можете домик поставить, ну, без разницы. Вот сюда, либо сзади, да, дома. Но обязательно сделайте скрин моего дома. Отправьте мне в ВК. Ну все, я этот домик делал, но просто какие-то некие проблемы с монтажом было. Вот так вот. Поэтому я удалил видео, как я делал этот дом. Так что вот такой вот домик построил. Сделайте скрин, отправьте. Ну все, с вами был я, Игрокодор. Такой вот, вся информация о сервере будет в описании. IP-порт, также донат-услуги, также группа ВКонтакте. Зайдите в группу, подпишитесь. Также донат-услуга скоро появится, обязательно. Поддержите разработчика данного сервера. Постройте тут дом рядом, вот. Это мой дом. Тут я буду выживать, спать, строить и так далее. Ну все, с вами был я, Игрокодор. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте лайк обязательно. Пишите топовый комментарий, чтобы ваш топовый коммент попал на мое видео. Давайте наберем, ребят, 80 лайков, чтобы мне было приятно, была мотивация снимать для вас каждый день. Ну все, с вами был я, Игрокодор. Всем удачи, всем пока!